Глава МЧС России Владимир Пучков высоко оценил эффективность деятельности комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций в Свердловской области и личный вклад главы региона Евгения Куйвышева в сфере обеспечения безопасности граждан. Речь об этом шла на современном заседании Федеральной областной правкомиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Заседание КЧС прошло на базе подвижного пункта управления ГУМЧС России по Свердловской области, развернутого в аэропорту Кольцово. Я хотел бы поблагодарить Евгения Владимировича, который лично возглавляет все острые вопросы в сфере безопасности жизнедеятельности населения, своевременно принимает решения, и они реализуются на территории Свердловской области. Все показатели профессиональной работы службы МЧС России, всех служб, очень позитивны. Министр высоко оценил деятельность комиссии по предупреждению ликвидации ЧС Свердловской области, которая целенаправленно повышает возможности средств реагирования на чрезвычайные ситуации, уделяя особое внимание материально-техническому и кадровому обеспечению подразделений в отдельных территориях, повышая качество оказания помощи людям. Отметим, что различные службы, которые стоят на страже порядка и защиты граждан в различных ситуациях, в Артемовском городском округе ведут очень оперативную и быструю работу. Моментально принимается и обрабатывается информация, также быстро на нее реагируют различные службы. Пожарные расчеты, выезжающие на тушение пожаров, имеют всю необходимую экипировку и оборудование, а станции скорой помощи получили удобные автомобили. Общая сумма финансирования только госпрограммы общественной безопасности составила свыше 7 миллиардов рублей. Особое внимание региональных властей и МЧС России сегодня уделяется подготовке к играм чемпионата мира по футболу, которые в 2018 году предстоит принимать и Екатеринбургу. Так, в этом году столица Урала получила 10 новых карет скорой помощи, а в следующем получит еще 20 скорых, которые будут работать в том числе и во время чемпионата. На базе городской больницы номер 2 уже в этом году откроется современный травмпункт. И в единую систему сегодня объединяются свыше 6500 видеокамер, установленных в городе. А координировать безопасность на улицах города будет центр мониторинга и принятия решений. МЧС России Владимир Андреевич утвердил соответствующие планы, которые мы должны реализовать к моменту приема гостей чемпионата, участников чемпионата мира 2018 года. Планы выполняются в полном объеме. И сейчас министр заслушал ответственных лиц, кто готовит эти планы и выполняет. В целом работа находится в полном соответствии с графиком, утвержденным и рекомендациями МЧС России. И у нас нет никаких сомнений, что мы в полной мере подготовимся к играм, выполним все рекомендации МЧС. И самое главное, что людям у нас будет уютно, комфортно и безопасно.